Здравствуйте, Ольга, рада вас видеть. Ну что, прошло полтора месяца, сегодня у нас заключительная, так скажем, тренировочка. Поделитесь вашими эмоциями, впечатлениями. Я в большом восторге. Мне стало нравиться мое отражение в зеркале. Мои мышцы окрепли, я прохожу большие расстояния без одышки. С удовольствием гуляю по магазинам, покупаю себе новую одежду, которая нравится именно мне, а не та, которая просто раньше налазила на меня. Ну что, Ольга, так как сегодня последний выпуск передачи, мы чуть-чуть переиграем, так скажем. Мы сначала попотеем с вами, а далее у нас будут контрольные замеры. Сегодня у нас будет круговая тренировка. Это самая жиросжигательная тренировочка. То есть мы будем с вами заниматься на гидравлических тренажерах плюс кардионагрузка. Начинается тренировка со знакомого Ольги степа. Уникальная система круговых тренировок на тренажерах, разработанных специально для женщин, помогает в кратчайшие сроки обрести желаемые формы. Умничка, хорошо. Проходим на следующий тренажер. Сводим руки и локтями разводим. Отлично, здесь прорабатываются мышцы груди. Тренажеры стоят по кругу, и между каждыми двумя стоит аэробная станция, на которой выполняются упражнения, и все это для поддержания пульса. Ну что, Ольга, наша тренировка подошла к концу, надеюсь, вам понравилось. А сейчас мы с вами пройдем на анализатор веса. Самая приятная и волнующая часть для Ольги. Сколько же килограммов она успела сбросить после последней тренировки? Ну что, Ольга, на прошлом занятии ваш вес был 75,3. На сегодняшний день чек показывает, что ваш вес 72,6. Я вас поздравляю, минус 2,5 килограмма. Но сейчас приступим к замерам. Грудь 98, было 101. 3 сантиметра минус. Поздравляю. Талия 83, была 84. Минус 1 сантиметр. Тоже неплохо. Бедра были 98, стали 96. Отличный результат. Контрольные замеры сделаны, осталась только финальная беседа наставника и ученика. Ну что, Ольга, наша передача подходит к концу. Презенты от нашего клуба не заканчиваются. Вот вам, пожалуйста, кислородный коктейль. Он насыщает организм кислородом и удаляет аппетит на 2-3 часа. Очень вкусный коктейльчик. Вообще мне понравились все тренировки, активные тренировки в зале аэробики, роликовый массажер – это вообще просто сказка. Также роликовый тренажер помог мне избавиться от тех проблемных участков, которые я запланировала для себя в начале проекта. Также кедровая бочка – это просто сказка. Спасибо большое вам, что помогли мне добиться тех результатов, которые сейчас я имею. Я, конечно же, не брошу тренировки, буду продолжать заниматься. Сегодня наши занятия подошли к концу. Я надеюсь, что вы останетесь именно с нами и продолжите заниматься. У нас сегодня все. До свидания.